Всем респект, братва! С вами Мародер 120 гигабайт. Давненько у нас не было обзоров, сплошь нарезки геймплея, стримы, первые взгляды. А так хотелось сесть вдумчиво, поиграть, оценить игру, вывести ее особенности, сделать выводы и рассказать обо всем вам, так чтобы это лампово, доступно, без кучи мата и эмоций, как у меня обычно бывает. Сегодня, наконец, пришел час такого видео. Сейчас я постараюсь рассказать вам об игре Generation Zero, компании Avalanche Studio, известной такими играми, как Just Cause 4 и The Hunter Call of the Wild. Сразу оговорюсь, я не игрожур, игру я полностью не прошел, так что это скорее обзор по первым впечатлениям после 6 часов в игре. Я расскажу вам, с чего начинается игра, какие у нее особенности и в конце видео подведу итог. Так что устраивайтесь поудобнее, ставьте лайкос и погнали! Итак, начинается игра с довольно стильного меню и создания персонажа. Кастомизация, к слову, является важной частью игры. На геймплей она, конечно, не влияет, но своего шарма атмосфере игры придает. Дело в игре происходит в конце 80-х годов, и видно это в том числе по внешнему виду персонажей. Выглядеть в игре вы можете как отъявленный панк или, наоборот, как жесткий ботаник. Настраивать черты лица и фигуру нельзя, но редактор персонажей все равно радует выбором. Далее мы узнаем, наконец, завязку игры. Как уже говорилось, дело происходит в Швеции, в какой-то альтернативной реальности, где после Второй мировой войны все силы Швеции были направлены на усиление обороноспособности, и все жители, в том числе женщины и дети, обучались сражению и сопротивлению. Наш главный герой — подросток. Вместе со своими одноклассниками тусил где-то на одном из архипелагов востока Швеции, как вдруг их начали обстреливать с берега. Он добирается до берега живым, чтобы выяснить, что происходит, и тут начинается игра. Мы появляемся на берегу совсем без лута, нам выдается начальный квест, и игра начинает вести нас за ручку, знакомя по дороге с основными механиками. Сейчас будет краткий рассказ, что со мной происходило в игре, и по дороге я буду делать определенные выводы и расскажу о своих впечатлениях. Сначала я дошел до ближайшего дома, так и не понял, мой это дом или нет, где я нашел фонарик, пистолет, аптечки и записку, адресованную какому-то мацу, который оставили его родители. Кстати, игра подсказывает вам количество лута на определенной территории, будь то деревня, одинокий дом или какая-то лесопилка, например. Отмечается также, сколько из доступных мест с лутом вы уже нашли. По-моему, это круто и удобно. Далее, обыскав окрестности, я нашел патроны в полицейской машине и попал в свою первую перестрелку. Тут я отмечу следующее. Стрелять в игре очень приятно, оружие отлично чувствуется, стрельба довольно хардкорная, как я люблю, прям пушку мотает, отдача чувствуется, звуки выстрелов просто великолепно. Короче, сатисфакция от стрельбы на очень высоком уровне. Подобрав с поверженных роботов патроны и долутав окрестности, я отправился дальше по дороге, где, согласно квесту, я должен был найти безопасное место. А, да, еще я зашел в меню кастомизации персонажа, переодел его в недавно найденные шмотки, чтобы он был помоднее. По дороге к безопасному месту мне встретилось еще пару роботов, а также брошенная тачка, в которой лежала записка с первым сайт-квестом. Как я понял, надо было просто найти дом охотника, в котором он спрятал какое-то снаряжение. Сайт-квест я решил оставить на потом, так как мне не терпелось найти кого-нибудь, кто мне объяснит, что тут происходит и почему роботы бегают по округе и шмаляют меня. По дороге я добрался до очень симпатичной церкви, где мне пришлось вновь сразиться с роботами. Тут я подметил, что пока я встретил только один тип врагов, которые напоминали собак с пулеметами на спинах. Сбегая вперед, сразу скажу, большим разнообразием врагов эта игра, к сожалению, не блещет. Но вернемся к этому позже. Разобравшись с роботами, я зашел в церковь, где я нашел информацию о том, что на близлежащей ферме могут быть люди, а также кучу лута и новое оружие — дробовик. Пролутав окрестности церкви, я отправился на ферму, по пути заглянув в навыки и прокачав себе ветку выживания. О прокачке я тоже расскажу подробнее позже. На ферме меня, конечно же, ждала очередная стая робопсов. Я этому только обрадовался, так как хотел опробовать новое оружие. Стрельба из дробовика оказалась еще более эффектной и еще раз доказала, что с этой механикой у игры все в порядке. Добавлю, что робопсы помимо стрельбы могут сбивать вас с ног. Это, тем не менее, не помешало мне развалить всю свору, не особо напрягаясь. Я обыскивал ферму, надеясь найти, наконец, людей, которые мне все объяснят. Но нашел лишь... Да. Снова информация о том, что надо идти в ближайшую деревню, так как люди собирались там для эвакуации. Если честно, это уже начало меня немного напрягать. К этому моменту я провел в игре уже около часа, но так никого и не встретил, кроме одного типа врагов. Надеясь на лучшее, я от скуки, конечно, снова переодел нашего персонажа и поплелся в деревню. Добравшись до деревушки, я получил информацию, что нужно обследовать местное бомбоубежище, где должны были прятаться люди. Я подумал, ну, в бомбоубежище я точно кого-нибудь встречу. И я встретил вот этого парня. А также второй тип врагов, мелких роботов наподобие хэдкраба из Half-Life. Кроме того, в бомбоубежище был лут и информация о людях, которые руководили гражданской обороной деревни. Угадайте, что мне надо было сделать.
правильно найти их дома. Сражаясь с роботами в деревне и только от этого получая удовольствие, я обошел все нужные дома и получил информацию, что люди собирались на стадионе для эвакуации. Вы уже, наверное, догадались, куда я пошел после. Правильно, на стадион. Как вы думаете, кого я там встретил? Правильно, роботов, а заодно и новый тип врагов, летающих дронов, которые сдавали мое местоположение рабовцам. В итоге я сагрил на себя большое количество врагов и в первый раз умер в игре. Каково же было мое удивление, когда я смог возродиться, просто нажав на Enter. Здоровье было далеко не полным, но я ничего не потерял, убежал от врагов, подлечился и продолжил битву. И да, так можно делать бесконечно. Наш герой, считай, бессмертен. Возможно, это баг, который я надеюсь поправить вскоре после релиза игры. Еще немного расскажу о нем попозже. Людей на стадионе, конечно же, не было. Зато была информация о бункере, куда я должен был направиться, бляха-муха, ну и я пошел в тот бункер, конечно же. Знаете, что я там нашел? Спойлер. Людей там не было. Там была карта с тремя новыми заданиями, которые вели нас дальше по миру. И тут я понял, весь этот сюжетный квест — просто записочки, которые ведут нас за ручку по миру. Так что, братва, не стоит ждать от этой игры ни катсцен, ни NPC, ничего хоть отдаленно напоминающего сюжеты крупных игр. Перед нами самый что ни на есть настоящий сюжет в стиле инди-хорроров, где если не читать записки, так ничего и не поймешь. Скажу честно, это меня опечалило. Ради сюжета эту игру точно покупать не стоит. Он, возможно, и интригует, однако уровень подачи уж больно примитивный. Но стоит ли в нее вообще играть? Далеко не всем. Давайте вот я в тупую расскажу, что мне в игре понравилось, а что не понравилось. Начнем с хорошего. Первое, что бросается в глаза, это, конечно, графика и стиль игры. Постапокалиптическая Швеция конца 80-х выглядит просто превосходно. Несмотря на небольшую мыльность изображения, общее впечатление от картинки крайне положительное. Блики солнца, падающая листва, вода, деревья, сами роботы, здания, все выглядит впечатляюще. Создавалась игра на собственном движке Avalanche Studio, которая называется Apex. Да-да, прям как тот Battle Royale. И был он использован ими ранее в симуляторе охоты The Hunter Call of the Wild. Игравшие в него знают, что на данный момент это самый красивый симулятор охоты. Движок отлично себя показывает и в этой игре. Если говорить про стиль, то кроме великолепной исполненных архитектуры и интерьеров зданий, шарм игре придает отличный саундтрек. Вообще, звуки игры тоже можно отметить как несомненный плюс, они сочные и правдоподобные. Все это вместе создает неповторимую атмосферу, которая лично для меня играет огромную роль и является одним из главных мотиваторов проводить в игре больше времени. Далее из плюсов можно отметить, как уже говорилось, стрельбу и в целом боевую систему. Дело в том, что кроме оружия, в игре есть различные вспомогательные средства, которыми можно отвлекать роботов, заманивать их в ловушки, выводить из строя и так далее. Все это вносит разнообразие и зрелищность в схватке с противниками. Кроме того, оружие можно кастомизировать, навешивать на него прицелы, глушаки и компенсаторы, которые вы можете найти в открытом мире. Сами перестрелки динамичны, приходится часто использовать укрытие. Более того, повреждения врагов сохраняются, и если вы покоцали какого-то жирного моба, но у вас закончились патроны, то вы можете вернуться к нему через какое-то время и добить. Его ХП не восстановится. В общем, к этой части игры у меня тоже нету претензий. Еще одним плюсом игры является просто огромная карта. Я провел в игре около 6 часов, причем одну треть из этого времени я решил тупо побегать по интересным местам. Исследовать удалось только жалкую часть. Маленькие деревушки, брошенные хижины, большие города, бункеры и так далее и тому подобное. Уверен, что для любителей эксплорейшна тут есть огромное раздолье. Порадовало также наличие прокачки, хотя тут не обошлось без проблем. Прогресс получения уровней и скиллпоинтов очень долгий. Поэтому я вам советую не бояться схваток с врагами, открывать как можно больше локаций, а также находить неизвестные сигналы и взрывать станции помех. За все это вы получаете опыт. Но даже если вы будете активны, прокачка идет очень медленно. Видимо, это сделано с расчетом на то, что вы будете играть с друзьями, каждый выберет определенную ветку и будет прокачивать ее. Проблема только в том, что ветка со скиллами, которые помогут всей команде, всего одна, да и то скиллов для командной игры там не так много. Остальные ветки помогут в игре только самому игроку. И все же, наличие прокачки это скорее плюс, хоть неплохо было бы над ней поработать чутка. Кстати, насчет кооператива. Да, возможность кооператива это еще один несомненный плюс игры. Как бы мне не нравилась атмосфера, но в одиночку тут было бы скучновато. Однако, опробовать кооператив в полной мере у меня так и не получилось. Все, что я смог сделать, это присоединиться к одному немцу, который тоже получил ключ для обзора. Как я понял, работает кооператив похоже, как это было в Far Cry 5. Вы присоединяетесь к миру игрока, получаете автоматически все его квесты и просто ему помогаете. Но вроде как полученный там лут вы можете унести к себе в игру. Немец был далеко от меня, поэтому повзаимодействовать не получилось. Однако я спросил его в чате, как ему игра, и немец был страшно недоволен. Сказал, что прокачка слишком долгая, роботы могут стрелять через стены, и мир слишком пустой. На этой ноте я предлагаю перейти к минусам. Про сюжет я уже сказал, но давайте представим, что так и должно быть, и эта игра
игра не про сюжет, а для кооперативного исследования мира с друзьями. Тогда я бы выделил следующие минусы. Мало типов врагов. Может, я, конечно, встретил не всех, но все, что я видел, это робопсы, это крабы, дроны-стукачи, опасный подски с большими пухами и здоровенный двуногий монстр. Если это действительно все, то для игры, где одна из основных частей геймплея — это перестрелки с роботами, этих самых роботов как-то маловато. Неплохо было бы увеличить количество типов врагов хотя бы до 20. Тут явно нужно больше разнообразия. Далее, маленький инвентарь и отсутствие схрона. Лута в игре много, и он разнообразен. Эта часть игры радует, а вот инвентарь забивается в считанные минуты. Поначалу сложно понять, что из найденного редкое, что нет, что нужно, что не нужно. Сложить все это негде, а выбрасывать жалко. Было бы неплохо, если бы добавили какое-нибудь место для хранения ненужных вещей, потому что процесс прокачки инвентаря очень долгий. Еще один минус — отсутствие вменяемого наказания за смерть. Как мы выяснили уже, в соло-режиме вы можете сами себя оживить прямо на месте смерти. В кооперативном режиме дела обстоят чуть лучше. Там вас оживить может только напарник, сами же вы можете возродиться в любом из открытых безопасных мест. Однако, вы все еще ничего не теряете. Вы можете безнаказанно умирать, и вам за это ничего не будет. Полнейший бред, как по мне. Теряется хардкорность, огромная доля возможного адреналина, где бы вы убегали от роботов, боясь потерять весь лут, например. Надеюсь, это тоже поправят. Расстроил респаун лута и врагов. Вы можете облутать какое-то место, выйти из игры, а когда вернетесь, облутать ранее залутанное место снова. Из-за этого лут теряет свою ценность. Тоже касается врагов. Расстреляли группу на ферме, вернетесь, и они снова там. Убить при этом их будет легче, а лут все еще с них выпадет. Короче, очень странно и халявно. Неплохо было бы усложнить систему получения лута, чтобы увеличить его ценность. При этом тратить постоянно патроны на возрождающихся врагов тоже неохота. Особенно это касается здоровенных роботов, на которых явно придется тратить много ресурсов. Не порадовали квесты, и я даже не про сам сюжет, а про их конструкцию. Обычно вам просто надо куда-то пойти и что-то там найти. Мотивация делать это только опыт и лут. Сколько и чего вы получите, неизвестно. Приходится прямо заставлять себя это делать, что огромная печалька. Опять же, в игре со сменой дня и ночи нету возможности поспать и дождаться утра. Не всегда хочется лазить в потемках, да и возможность поспать придала бы игре реализма. Кто-то может сказать, что причиной тому кооператив, но вспомните, как это работало, например, в The Forest, где оба игрока должны были просто подойти к палатке и нажать кнопку спать. Тут могли бы сделать что-то подобное. Еще один вопрос, почему в подобной игре нету крафта? Лута много, а скрафтить ничего нельзя. Это тоже очень расстраивает. Было бы круто разбирать ненужные вещи, собирать из компонентов что-то нужное. Но такой возможности опять же нету. Система сохранения тоже не понравилась. Сохраняться вручную нельзя. При выходе из игры вас отбросят к ближайшему чекпоинту. Для подобной песочницы это крайне странно и неудобно. Надеюсь, они введут нормальные сохранения. Напоследок отмечу не всегда адекватное поведение врагов. Несколько раз в схватке они сами себя уничтожали, прыгая на машины и взрываясь на них. Робот-суицидники — это что-то новое. Скажу, что баги в игре тоже встречаются, однако назовите мне хоть одну игру без багов, тем более на релизе, так что к ним я отношусь терпимо. В общем, как вы видите, в игре есть проблемы, причем местами довольно серьезные. Но плохая ли эта игра? Этого бы мне говорить не хотелось. Несмотря на все недостатки, мне понравилось играть в нее. Просто хочется, чтобы это был какой-то ранний доступ, и игру доработали, превратив потом в то, что многие ждали. В игре великолепная графика, хорошая боевая система, отличный стиль и атмосфера, но многие геймплейные элементы явно требуют доработки. Уж не знаю, будут ли Avalanche Studio работать над игрой дальше и добавлять контент, менять механики и так далее. Если нет, не думаю, что игра станет хитом и проживет долго. На данный момент я могу посоветовать вам эту игру, если вы любите бегать по огромным красивым локациям, любоваться миром, если вам нравится просто собирать лут, а главная цель в игре — насладиться красотой и атмосферой. Если же вы хотите остросюжетного приключения, игра вам вряд ли подойдет. Лично я ей дам шанс и попробую исследовать ее глубже. Возможно, моих 6 часов для нее мало. Однако очень надеюсь, что Avalanche Studio увидит огромный потенциал своей игры и все же доработают ее, превратив в конфетку. На этой ноте, полной надежды, я и завершу свой обзор. За ключ к игре большое спасибо Мише и сайту нашего альянса Belong Play. Всем, кто досмотрел до конца, выражаю отдельные респектосы. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, писать в комментариях, что вы думаете по поводу этой игры. До встречи на стримах и следующих видео. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу.